Вышла с утра во двор. Ночью был дождь, по стеклу ползали улиточки. Смотрите, ребят, ничего вам не напоминает? По-моему, очень символично для нашего двора. Так не видно. Так, наверное, лучше. Да. Посмотрите, какая прелесть. Это, наверное, какой-то мне сигнал. Будет, скорее всего, пополнение в нашем дворе. Вот такие у нас тут Пикассо по окнам ползают. Ну, та явно побольше была. Скорее всего, ее сороки съели. Жакусь, ты где? Я тут. Я тут, Жакусь. Я тут, мой хороший. Я здесь, ты же моя радость. Ты меня услышал там, да? Я с тобой разговаривала в гараже. Да, а ты полетел. Да, пока ботинки свои одевала, разговаривала с тобой, и ты полетел к другим дверям. Ну, пойдем кушать, да. Дождик шел, да, ты сегодня поздно. Пойдем. Твоя тарелочка здесь, Жакуль, на столе. Дождь шел сильный. Иди, мой хороший, иди, кошенька. Да. Да, мой хороший, вот все твои тарелочки, орешки, все тут. И червячки твои. И червячки, и орешки, все на месте. Все на месте. Никто ничего не забрал. Все твое на месте, Жакусь. Жакусь, а у нас там на садовом домике на окне улитки птичек нарисовали. Папу или маму и маленького птенчика. Так что будет у нас с тобой тут пополнение весной. Как ты думаешь? Вот, отсюда даже хорошо видно, надо же. Вот так вот они ползали. Супер. Проголодался, мой хороший. Проголодался, сидел там, наверное, где-то. От дождя прятался. Сейчас 10 часов, наверное. Это он первый раз прилетел. Кушай, кушай, моя радость. Мы сегодня, Жакусь, в магазин поедем. Куплю тебе кусочек мяска я. Небольшой. Как ты на это смотришь? Попробуем. А вдруг вспомнишь, как это вкусно было. Нарежу тебе какими-нибудь червяками такими тонкими. Ты ж кушаешь червячков, правда? Червячками у меня не получилось, а получились какие-то жирные личинки. Ну ладно, посмотрим. И что только не придумаешь, чтоб ребенок поел. Приготовила ему вот такое вот блюдо. Надеюсь, купится на это, распробует. Так, смотри, что я тебе приготовила. Будешь мяско? Держи. Скажи, не хочу этого мяска. Когда у меня червячки есть. Скажи, что ты, Таня, пристала со своим мясом ко мне? Орехи и червяки. Все, что мне надо. Так что, ребят, пролетаем в очередной раз с мясом. Все, больше не буду предлагать. Или все-таки с Жакули. А? Ах ты ж моя слада. Давай, Жакусь, еще раз попробуем. Смотри.
Нет, скажи, не хочу этого мяса. Сорокам повезло, будет им теперь еще и мясо. Что там? Галочки? Да, галочки где-то. Понесешь им орешек? Или понесешь? Ах ты мой молодец! Понес угощать. Может и заныкает, сам съест. Где-то читала, ребят, что у галочек есть такая способность делиться друг с другом едой. Так что вполне вероятно, что куда-то понес. Ну и на здоровье. Молодец, малыш. А еще читала, ребят, что вообще галочки очень мирные птицы и редко-редко скандалят между собой. Вот и сороки прилетели. Дождь закончился. Жакуся сегодня первый. После дождя. Попрыгунья какая. Ах, разрезвилась красотка. Рыбка попозже будет. Еще не разморозилась. Вчера вечером еще полную тарелочку оставила. Утром проснулась. Рыбы нет. Разморозить я еще не успела. Так что кушайте то, что есть. Давай, давай, уминай, пока голуби не прилетели. А то сейчас прилетят. Придется тебе очередь за ними занимать. Так, так, кто-то опять за рыбкой прилетел. Ну, давайте, давайте, я вам там свеженькую положила. Кукурузу убрала, они ее не едят. Только лежит и тухнет там. Так забавно за ними наблюдать. Шустрые такие. Смешные. Не могу эти сороки. Смешные сороки. Шустрые такие. Попрыгунья. Посмотрите, ребят, посмотрите. Умора. Умора. С этими двумя парочками. Дрались, дрались. А теперь вроде ничего. Ну не бойся, не бойся меня. Увидела меня с телефоном. Попрыгушка. Давай. Голубь там зернышки свои клюет, а ты иди рыбу ешь. Или будешь ждать, пока голубь наестся? Все, улетела. Пока я в телефон смотрела, сидела на меня смотрела. Как я только на нее посмотрела, смылась. Трусихи они, правда, скажите? А вот мы не боимся. Раз голуби уже считают эту территорию своей. И где-то они, вон там, дерево у соседей. Они сначала в нашей туи
поселились, если вы помните. А потом соседи тут шумели, и я там ковырялась часто с растениями. И они перебазировались вон в те вот деревья, там где-то. Я так подумала, а если я для этой парочки куплю маленький домик для голубей, я в интернете видела. И где-то на садовый домик, может быть, или на дом, где-то рядом там с тарелкой. Наверное, на садовый попробую. В общем, подумаю, куда мне его прикрепить. Вдруг им понравится. А не понравится, может быть, другие птички туда заселятся. Подумаю над этим. Привет, привет, мой хороший. Ну, нагулялся мой зайка. Нагулялся мой хороший. За десертом прилетел, да? Марина тебе привет передавала. Да, передавала тебе Марина. Привет большой-пребольшой. Что такое, жукусик? Что такое? Что-то поменялось? Сказала тебя поцеловать и обнять. От джакуси вам, Мариночка, большой-большой привет и крепкие объятия. Спасибо вам. И вам, ребята, большое спасибо за вашу поддержку, за ваши комментарии и участие. Нам, жакунделям, очень важна обратная связь с вами. Мы желаем вам всего хорошего и увидимся в следующих видео. Пока-пока!